Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В последнее время у меня нет такого дела, такого занятия, которое приносило бы мне удовольствие. Мне сейчас 35 лет, я всегда вел активный образ жизни, занимался спортом, учил иностранный язык, старался достигнуть успеха на работе и всегда был уверен, что мне это нужно. Добиваться какого-то результата я очень гордился. В настоящее время почему-то получилось так, что все в моей жизни перестало приносить мне удовольствие. Почему-то обесценилось сразу же. Я продолжаю заниматься своими хобби, читать, посещать тренажерный зал, продолжать учить язык, но это абсолютно не приносит мне удовлетворения. Всегда стоит вопрос, зачем мне это нужно. Все эти вещи совсем не приносят удовлетворения, я постоянно заставляю себя это делать. При этом я не знаю, чем я хочу заниматься, у меня полная апатия ко всему. Подскажите, что мне делать? Ну, наверное, лучшее, что вы можете сделать, это пойти на психотерапию, я полагаю. То есть начать работать с психологом, вот. Начать с истории жизни вашей, вот, чтобы понять, увидеть, как складывалась ваша жизнь, чем вы занимались, чем вы увлекались, как вы становились тем, кто вы есть. Вот. То есть, по сути, ну, мы здесь говорим об автобиографии. Вот. То есть, вот, как бы, буквально, в буквальном смысле, постараться сделать что-то вроде такого, знаете, автобиографического этюда. Вот. Это то, что вы, на мой взгляд, вполне можете сделать. Ну, опять же, по моему мнению, вы можете это сделать. Это первый момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это то, что, ну, на мой взгляд, по-моему, совершенно очевидно, что едва ли не всю свою жизнь вы стремились и, вероятно, даже стремитесь к результату. То есть вы, по-видимому, ну, тяготеете к результату. То есть результат — это по факту то, что вам нужнее всего. Вам нужен результат. И, как мне кажется, именно то, что вы тяготеете к результату, составляет львиную долю проблемы, с которой вы сталкиваетесь. Дело в том, что когда человек все свои ресурсы, все свои силы направляет на результат,
он на самом деле действительно приучается в этом смысле игнорировать свои чувства, игнорировать свои желания. И, на мой взгляд, то, что вы делаете сейчас, вот как мне это видится, по крайней мере, то, что вы делаете сейчас, вы требуете от себя хотеть чего-то. То есть вам уже, скорее всего, давно надоело. Вам уже, скорее всего, давно не нравится делать то, что вы делаете. Но вы продолжаете от себя это требовать. Невзирая, к сожалению, невзирая на то, что вам это не нравится, невзирая на то, что вам это может быть неинтересно, невзирая на то, что за годы, ну, буквально, за годы вашей жизни что-то могло измениться, вы могли измениться, вы могли по-другому начать воспринимать реальность окружающую. У вас довольно легко могли поменяться ценности. У вас могли измениться ценности. Но все это вы игнорируете. И сейчас то, что с вами происходит, и да, то, что называется кризисом, это следствие того, что вы на самом деле довольно долго, в течение долгого времени, вероятно, в течение, ну, может быть, длительного времени, вы игнорировали то, что что-то вам может быть не по душе. Ну, вы же обязаны ну, достигнуть результата. Вот вы и занимаетесь, в общем и целом, по жизни достигаторством. А это тяжело, это утомительно. И надо сказать, что вопросы, которые вы себе задаете, а именно вопрос, касающийся того, зачем это все, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. И, как мне кажется, хорошо, что вы себе задаете. Это означает, что трансформация происходит. Это означает, что неудовлетворенность тем, чем вы занимаетесь, неудовлетворенность тем, как вы живете, она выходит в сознание. Если раньше она была в подсознании, теперь она выходит в сознание. Вас это пугает, потому что за этим идут перемены, и вы
но об этого прячетесь, избегаете. Это нормально. Задача психолога помочь в первую очередь вам пережить этот период, прожить его. В частности, прожить, например, ту боль, которую вы испытываете сейчас, в смысле того, что, ну как вам сказать, в смысле того, что вы, вероятно, не такой человек, каким вы привыкли себя представлять. Понимаете? То есть это то, что может пугать. Это то, что может, ну, быть довольно неприятно. Ну, знаете, довольно неприятно может быть осознавать, что то, чем вы занимались, вам никогда не нравилось. Поэтому, конечно, я начал бы с того, чтобы поисследовал бы ваши чувства. Связанные с текущим состоянием. В чем они, ваши чувства, сейчас, например, заключаются? В чем, если можно так выразиться, для вас их болезненность? Потому что лично мне показалось, что не столько вас пугает факт того, что вы ничего не хотите, сколько вас пугает то, что вы, вероятно, должны чего-то хотеть. Вот как мне кажется, это одна из серьезнейших проблем, с которой вы сталкиваетесь, конечно же. И, ну, на мой взгляд, задача психолога заключается в том, чтобы вам помочь. Ну, как вариант, например, помочь перестать требовать от себя, делать что-то для результата и начать делать что-то для себя. Вот. То есть то, чего, на мой взгляд,
вы никогда не делали. Понимаете, чем хорош результат? Он хорош тем, что на краткосрочной перспективе дает удовлетворение от того, что человек делает. Но это только краткосрочная перспектива. А вот на долгосрочной перспективе это не работает. Потому что результат, к сожалению, здесь не вплетается в общую картину ценностей. То есть, если вы учите язык, хорошо, но вы его учите, и, вероятно, у вас даже есть способности, то есть у вас есть способность к тому, чтобы учить языки, вероятно, но для чего? На самом деле, а зачем вы учите языки? Или язык? Чтобы что? Чтобы что? Что вы хотите получить от изучения языка? Как вы будете это использовать? Ну вот, вы говорите, к примеру, что ходите в спортзал. Я ни в коем случае не говорю вам о том, что вы делаете что-то неправильно. Нет, вы молодец, что ходите в спортзал. Но как вы используете? Как вы используете то, что нарабатывается? Как вы это используете? Как вы используете свои полученные навыки или, не знаю, силу, если хотите. Это в данном случае, на мой взгляд, непонятно. Я думаю, что это... Я думаю, что это непонятно и вам. И именно отсюда возникают те проблемы, с которыми вы, на мой взгляд, сталкиваетесь. Именно отсюда и именно из-за этого возникают такие проблемы. Вот. То есть вы нарабатывать навык свой, вероятно, умеете. Но, извините, его же нужно не только нарабатывать, да? То есть, мало навык только наработать. Наверное, его нужно еще и использовать как-то. А используете ли вы свой навык? Понимаете? Вот это тот самый вопрос, на который, на мой взгляд, вам
предстоит найти ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.